Нелли Уварова заработала всероссийскую славу. Благодаря сериалу «Не родись красивой» в течение многих лет артистка ассоциировалась у публики лишь с образом Кати Пушкаревой. Но не так давно Уварова решила кардинально изменить свой имидж. Так, артистка исполнила одну из главных ролей в четвертом сезоне сериала «Содержанки». Она перевоплотилась в девушку Илону, которую сама артистка характеризирует как крайне неприятного человека. Илона уже появилась в трейлере сериала, а также в первом эпизоде. Артистка удивила поклонников полным перевоплощением. В кадре Уварова блистает белоснежными волосами и строгими костюмами. И, как оказалось, ради перевоплощения она избавилась от 10 килограммов. Увидеть Нелли Уварову в этом сериале в стервозном образе – это большой подарок для меня, делятся мнением зрители. А что скажете вы? Делитесь своим мнением в комментариях.